И немного о спорте. В Анапе стартовал всероссийский турнир по боксу среди юношей 14-15 лет. В течение недели 169 юных спортсменов из различных регионов страны определят обладателей 13 комплектов наград. 10 боксеров от Республики Дагестан выступают под руководством тренера Укаила Акаева. Финальные бои за первое место намечены на среду, 7 декабря.